Заброшенное село Санта в горах Дагестана. Магосский хребет. Обычное село, как и множество других, без легенд и красивых историй, придуманных для народных масс. Эти древние стены еще помнят походы имама Шамиля. Когда-то здесь кипела жизнь, и люди пасли скот на пастбище в горах. Старая мечеть. Сейчас в полном запустении. Сторожевая башня, предположительно 17 века постройки, это сигнальное и оборонительное сооружение по всему Кавказу. Каких-то 20 лет назад здесь жили. Работала школа начальных классов. Сейчас внизу Санты проживает только семья школьного учителя. Пара домов потихоньку восстанавливается и сюда приезжает на лето. Но дороги нет. Она заканчивается как раз у дома учителя. Занести сюда стройматериалы можно только на осликах, лошадях или на себе, по крутой узкой горной тропе. Но я уверен, что люди сюда вернутся.